кто такие насекомые. Насекомые – это летающие жуки. Это маленькие существа, которые ползают по листикам. Насекомые – они очень быстрые. Некоторые. Это маленькие млекопитающие. Насекомые – это летающие существа. Жуки летающие. Это существа, которые ползают. Это летающие существа. Каких насекомых ты знаешь? Муха, червяк, паук, гусеница, муравей, бабочек и божьих коробок. Таракан, пауки, муравьи, клещ, комар, муха, мухи, комары, светлячки. Ну, я знаю, майских там. Мухи, пауки майские, жуки майские, муравьи, шмели, шершни, комары. Бабочка. Жук. Божья коровка. Расскажи о любимом насекомом. Бабочка. Почему? Потому что она умеет летать. И у нее цвет крыльев красивый. А какие они бывают? Оранжевые. Желтые, зеленые, красные, синие, голубые, коричневые. Я вам бабочке расскажу. Она умеет летать, если ее ловить, надо аккуратнее, у нее крылышко может пораниться. Паук. Почему? Он очень милый. Есть такие. Какие, например? Такие красивые, черненькие. Я их очень люблю. Мои любимые насекомые – это клещ. Почему? Потому что он живет в траве, и его сложно найти. Я люблю комара. Почему? Потому что он щекочет. Он уже кусается. Он кусается только щекотно. Они маленькие. Они вот так цепляются и ползают просто. Мои любимые насекомые, потому что они летают. А кто? Мухи. Бабочка. Расскажи мне, как они летают? Красиво.